Здравствуйте! Вы находитесь на авторском канале Ирины Афонской, поэтессы и художницы с литературным именем Ива Афонская. С вами ведущая канала, представитель российской оппозиции, российских антифашистов, честных русских людей, которые против существующего в России режима и, конечно, против войны. Это новый выпуск, посвященный войне в Украине. Его тема – прошедшая сейчас мобилизация. В конце сентября в России объявили так называемую частичную мобилизацию, которую сразу же обозвали могилизацией, потому что она есть не что иное, как сознательное уничтожение народа России собственной властью. Этим решением Путин снова, как и уже много раз, показал себя лжецом, все время обещающим и не выполняющим свои обещания, говорящим одно, а делающим все прямо наоборот. Потому что до этого он обещал народу, что никакой мобилизации не будет. Но так же, как до этого говорил, что никакой войны с Украиной не будет. Путин полностью заслуживает звания самого лживого правителя в истории человечества. Власти объявили мобилизацию из-за полного провала и поражения российской армии на фронте. Большинство оккупированных российской армией территорий освобождены. Освобожден крупный город Херсон. Под оккупацией российской армии остались только маленькие кусочки украинской территории. Местами российские войска отодвинуты к российской границе. Потери российской армии огромны, но скрываются властями. Поэтому для боевых действий не хватает солдат. И у российских властей остался только один последний выход – мобилизация гражданского населения. Это означает, что российская армия разбита. Точные цифры установить невозможно. Но военные аналитики предполагают, что потери России составляют не менее 100 тысяч человек. При этом официально Министерство обороны России заявляет только о 6 тысячах убитых. Но тогда возникает закономерный вопрос. В ходе мобилизации было призвано 300 тысяч человек. Если потери России составляют только 6 тысяч, тогда зачем было призывать 300 тысяч? Не означает ли число мобилизованных реальное число российских потерь? По мнению военных экспертов, мобилизация может привести к катастрофическим последствиям, вызвать раскол общества и обрушение рейтинга власти. Со свойственным Путину лицемерием мобилизация была названа частичной. Но по факту, как отмечают военные эксперты, если почитать указ Путина о мобилизации, это никакая не частичная мобилизация, а самая полное настоящее. По нему имеет право призывать всех, кроме полностью негодных по возрасту и здоровью. И практика мобилизации показала, что это действительно так. А слово «частичное» только для отвода глаз и успокоения общества. В указе о мобилизации не были указаны даты ее окончания. На данный момент президент России Путин и министр обороны Шойгу объявили, что мобилизация закончена. Но официального указа и документа о ее окончании нет. Учитывая привычку властей постоянно врать и не выполнять свои обещания, многие не верят этим заявлениям. И предполагают, что Россию ждет и вторая мобилизация, и, может быть, сколько угодно последующих. В опубликованном указе о мобилизации был пропущен один пункт. Он не опубликовался, потому что был засекречен. Журналисты «Новой газеты Европа» выяснили, что этот неопубликованный засекреченный пункт позволяет Путину призывать на войну до 1 000 000 человек. Уже сейчас, после объявления Шойгу об окончании мобилизации, повестки продолжали приходить, и людей продолжали забирать. Так что, если вам еще не пришла повестка, не радуйтесь. Возможно, вам она еще придет. Лично я думаю, что этой мобилизации он не остановится и будет воевать, пока весь народ России не уничтожит, пока ему есть кого убивать. А страна большая. Аналитики предполагают, что потери среди мобилизованных будут огромны, что погибнет 50%, каждый второй. Потому что на войну бросают не профессиональных военных, а гражданских, совершенно необученных людей, совершенно неподготовленных к участию в военным действиям, не умеющих воевать. Пользы от них на фронте не будет, и большая часть из них просто погибнет и очень быстро. Путин давно показал, что для него человеческая жизнь ничего не стоит. Недавно он в своем публичном выступлении с легкостью говорил о том, что вот раньше войны длились и по 20 лет, и ничего в этом такого страшного нет, можно и 20 лет вести войну.
и он теперь не против это повторить. И он будет убивать людей во имя своих безумных и корыстных целей. На этой войне он пытается уничтожить Украину, но вместе с ней уничтожает и Россию, российский народ. Последствия мобилизации для России – это и убыль населения, и разрушение экономики страны на многие годы, может быть и навсегда. Сбываются пророческие слова Немцова, что Путин не успокоится, пока Россию не уничтожит. Одновременно с мобилизацией ввели уголовные наказания за сдачу в плен и оставление части. Мобилизация показывает, что большого количества россиян, добровольно желающих участвовать в войне против Украины и идти на фронт на службу по контракту, нет. Поэтому власти вынуждены заставлять их идти на войну принудительно. Об этом говорят и такие факты, как наем в российскую армию уголовников и мигрантов из стран СНГ. То и другое Путин только что узаконил новыми законами, разрешающими уголовникам и иностранным гражданам службу в российской армии, а также дающим иностранным гражданам, участвующим в войне, право на ускоренное получение российского гражданства. Для найма в армию уголовников в тюрьмы и колонии специально приезжали вербовщики из частной военной компании «Вагнер», агитировавшие осужденных идти на фронт, обещая им за это амнистию. Наем в армию уголовников этим Путин ясно показал, ну, то, что нормальные люди, собственно, понимали и до мобилизации, что российская армия в Украине – это не армия освободителей, как пытаются представить власти, а армия преступников. И теперь с приемом в армию уголовников российская армия окончательно превратилась в армию преступников. Уже не в переносном, а в прямом значении этого слова. В армию воров, насильников и убийц. И что цели российской армии в этой войне не якобы освобождать украинцев, как лицемерно говорит российская пропаганда, а убивать их и терроризировать. Страшно даже подумать, что эти преступники, получив в свои руки оружие и право на бесконтрольные действия, смогут творить с гражданским населением в Украине. Какие зверства и преступления там творить. Если даже до этого обычные российские солдаты, служащие в армии по контракту, наделали там много преступлений, убивали гражданское население, насиловали женщин, воровали и мародерствовали. И это естественно, потому что хорошие люди не пойдут в армию добровольно в то время, когда на их страну никто не нападал, не пойдут воевать и захватывать другую страну. На это пойдут только аморальные люди. Поэтому в российской армии оказалось только аморальных и асоциальных личностей. А теперь, когда в российской армии будут служить уголовники, страшно даже представить, к чему это приведет. Одна надежда, что украинская армия не даст российской армии продвинуться и захватить новые населенные пункты и быстро освободит оставшиеся. Данные о количестве мобилизованных в армии уголовников, конечно, не раскрываются. Но по официальным данным ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний, количество мужчин-заключенных в этом году сильно уменьшилось, а 23 тысячи человек. Такого уменьшения не было никогда. Количество же женщин-заключенных осталось прежним. Но общее количество заключенных после мобилизации более 300 тысяч человек. И это значит, что большинство заключенных не захотело идти на войну, предпочтя ей тюрьму. Даже уголовники проявили большее благоразумие, чем обычные российские граждане, которые согласились на мобилизацию. В своей одержимости пойти на все ради своих безумных планов российская власть даже не понимает, как она рискует и какой опасности подвергает страну и народ, давая таким антисоциальным элементам в руки оружие. Почему она так уверена, что они послушно пойдут воевать и слушать командиров? Они сбегут и не повернут оружие против населения не Украины, а России, используют его для совершения преступлений. И Россию захлестнет война преступности зэков, дезертировавших с фронта. Также российские власти в поисках пушечного мяса кинули свой взор на иностранных граждан, мигрантов из Средней Азии и Кавказа. Опять же, в силу своей безответственности, не желая понимать, какой опасности они при этом подвергают Россию и ее население. Уже давно ни для кого не секрет, что среди так называемых трудовых мигрантов была масса антисоциальных элементов. Это среда с высоким уровнем криминогенности. Вооружение их и прием в российскую армию – это такая же авантюра, как и вооружение преступников. И последствия проявились сразу же. Сразу же появились факты применения ими оружия.
против гражданского населения и своих сотоварищей в разных городах России. И именно эта часть и пойдет воевать. Честные мирные люди, честно приехавшие на заработки, честно приехавшие работать, в армию не пойдут. За участие в войне им будут раздавать российское гражданство. Кроме того, что и так доля русских в России снижается, а доля выходцев, мигрантов из Кавказа и Средней Азии увеличивается, эта акция еще увеличит этот процесс. Но даже это не самая большая беда в этой ситуации. Хуже того, что понятно, что хорошие люди и среди мигрантов на войну не пойдут. Пойдет заведомо криминогенный контингент. И этим контингентом пополнится число граждан России. Если в российской армии будет много иностранцев, и вот таких вот иностранцев, это также создает опасность для России. Получив в руки оружие, неизвестно, против кого они его направят. И с какой целью. Не пойдут ли они воевать в России, а не в Украине? Несмотря на новые заверения властей, что срочников, то есть молодых людей, проходящих временную срочную службу в армии, на фронт посылать не будут, это тоже оказалось ложью. И солдат-срочников продолжают посылать на Украину, и они продолжают там умирать. Одновременно уже попавших на фронт контрактников удерживают там насильно, против их воли. Многие из них, увидев, что происходит на Украине, и насколько происходящее отличается от того, что говорит российская пропаганда, не хотят участвовать в этой войне. У кого контракты закончились, не хотят их продлять. А некоторые хотят прервать контракты досрочно и уехать домой. Но власти объявили, что до конца войны контракты нельзя будет заканчивать. Они будут насильственно продляться, даже если человек этого не хочет. И уехать с фронта им не дают. Контрактников, отказавшихся воевать, а их уже немало, держат в тюрьмах на территории Луганской и Донецкой областей, угрожают, запугивают длительным тюремным заключением и требуют продолжать участвовать в войне. В это время в спешном порядке были приняты новые законы, запрещающие контрактникам прерывать контракт и отказываться от него, и вводящие за это тяжелые наказания. Обман, принуждение и политическая расправа. Вот как проходила мобилизация в России. Правительство обещало выплачивать мобилизованным сначала по 300 тысяч рублей ежемесячно. Потом эту сумму снизили до 200 тысяч. Но при этом всю необходимую для фронта экипировку, в том числе одежду и обувь, большинство из них приходилось покупать на свои деньги и потратить на это больше, чем у многих месячная зарплата, брать для этого кредиты. Стоимость экипировки составляла от 50 до 100 тысяч рублей. И многие россияне получают меньше. Государство требует от своих граждан отдавать свои жизни на развязанной им войне, но при этом не может купить им рюкзаки и ботинки. И они вынуждены покупать все необходимое для войны на свои деньги. Потому что у страны не нашлось средств одеть и обуть своих солдат. Это просто какое-то позорище. Где, когда, в какой стране такое было? На дворцы и яхты президенту и олигархам находятся, а одеть, обуть своих солдат нет. Что-то мне не верится в обещанные большие выплаты участникам войны государством, которое не может своим солдатам купить ботинки. Скорее всего, это будет очередной обман государством своего народа. И разве можно менять человеческую жизнь на деньги? Хотя, впрочем, не только на деньги. В Туве семьям мобилизованных выдают по одному барану. Прямо символично. Меняют одного барана на другого. Потому что те, кто соглашаются идти на эту преступную войну, недостойны называться людьми. Имя им только бараны. Также семьям мобилизованных выдают уголь, дрова и картошку. Украинцы на этой войне воюют за свою родину, за свою свободу и жизнь. А за что воюют русские на этой войне? За дрова и картошку. И за баранов. Вот так в России относятся к человеческой жизни, к жизни своих граждан. Жизнь человеческую меняют на дрова, на картошку и на баранов. Так в результате войны людей в России не останется. Останутся одни бараны. Во время мобилизации всем считающимися солдатами и офицерами запаса был запрещен выезд из места проживания. Власти врали, что будут призывать только мужчин в возрасте до 35 лет, проходивших военную службу и находящихся в запасе. На самом деле, многие из мобилизованных не имеют никакой военной подготовки, не проходили военную службу
и не состоят в запасе. Призывали также мужчин и немолодого возраста, 40 лет, 50 и даже более 50 лет, не имеющих военного опыта. По правилам, от призыва были освобождены мужчины, имеющие 4 детей. Но были случаи, когда мобилизовывали мужчин и с 4 детьми. Повестка также пришла 38-летнему жителю Улан-Удэ, который никогда не служил в армии, отцу 5 детей. А мужчины с 3 детьми и с малолетними детьми подлежали призыву. И российские власти не волнуют, что 3 детей останутся без отца, и на что их мать будет одна их кормить. Призывали, отправляли на фронт больных с тяжелыми заболеваниями, которыми невозможно участвовать в военных действиях. Призывали даже незрячих и тех, кто передвигается в инвалидных колясках. Но здоровые депутаты и дети депутатов, конечно, призыву не подлежали. Информационный сайт «Вот так ТВ» рассказывает, как мужчине, имеющему тяжелые заболевания, с которыми невозможно участвовать в войне, пообещали, что если он придет в военкомат, его осмотрит медицинская комиссия и в связи с его состоянием здоровья отпустит его домой. Но когда он поверил и пришел, его отправили на фронт. По российским законам, при призыве на службу в армию, мужчина должен сдавать несколько анализов. И его должна проверять медицинская комиссия из 8 человек, из 8 врачей разных специальностей. Но ни того, ни другого в этой мобилизации не делалось. То есть мобилизация шла с нарушением российских законов. Людей отправляли на фронт без всяких анализов и проверок. Медкомиссии чаще всего не проводились. На острове Сахалин, в маленьком прибрежном городе Аха, 100 мобилизованных мужчин заперли в общежитии, где нет связи. Как пишет проект, можем объяснить. Их родственники в панике. У них забрали телефоны. Мобилизованные прошли медкомиссию, но на ней врачи проверяли у мужчин только давление. Если оно было в пределах нормы, то ставили пометку «годен». Также не проверялось и психическое состояние. Поэтому в результате мобилизации оружие может попасть в руки психически больных людей. И это тоже создает опасность для самой России. Хотя, собственно, всех, согласившихся на мобилизацию, можно считать психически нездоровыми. Нормальный человек не пойдет на эту преступную войну. Также многие мобилизованные не проходили никакой военной подготовки. Их отправляли на фронт сразу же, первый же день. Несмотря на большое количество людей, проживающих в столице и в других городах, большинство мужчин призывали из маленьких сел и деревень. Причем призывали мужчин, работающих комбайнерами и трактористами. И это в то время, когда шел сбор урожая. И когда в российских деревнях и так осталось мало людей в принципе. И мало мужчин. И трактористов, и комбайнеров не хватает. Призывали даже в том случае, если их было некем заменить. Поэтому во многих населенных пунктах урожай собирать некому. Мобилизация, проводимая таким образом, сорвала сбор урожая и снабжение страны продовольствием. Поэтому в будущем Россию ожидает нехватка продовольствия. По крайней мере, в ряде регионов. Причем в деревнях не просто кладут повестку в почтовый ящик, как в городах, а к призывникам приходят лично в дома представитель военкомата и участковый милиционер и требуют ехать с ними в военкомат. Угрожают, что если он не поедет добровольно, его повезут насильно в наручниках. Запугивают, то в случае отказа их отправят в тюрьму на 10 лет. Понятно, почему власти мобилизуют в селах и деревнях более чем в городах. Они, во-первых, более беззащитны, им труднее спрятаться, они беднее, у них нет денег на эмиграцию из страны и даже на переезд куда-то внутри страны. Они более чувствуют себя беззащитными и больше уверены в невозможности противостоять мобилизации. Во-вторых, они более невежественны и неинформированы политически. Во многих селах нет даже интернета. У многих сельских жителей нет компьютеров, они не умеют ими пользоваться. Интернета они не смотрят, и поэтому у них нет доступа к другой информации, кроме правительственной, по телевизору. Нет возможности узнать правду, поэтому они легко поддаются пропаганде и поддерживают власти. В городах на призывников устраивают облавы. Отряды полицейских приходили в общежития, где живут рабочие, приехавшие на работу в Москву и Петербург из других городов и регионов. Ходили по комнатам и забирали всех, кого могли найти. Таким образом, получается, что даже в столице больше забирали жителей провинции. Если у них есть серьезные заболевания, они никак не могли их доказать, потому что все их медицинские документы, карты остались в их городах по месту жительства. Там же их лечащие врачи. Никакой проверки состояния здоровья не проводилось. Всех, в том числе больных, отправили воевать.
приходили к мужчинам на работу, насильно забирали прямо с работы, так как это место, где человека гарантированно можно застать. В Бурятии во время мобилизации отменялись занятия в школах, превратив их в мобилизационные пункты. Силовики приходили в университеты и устраивали облавы в селах. Издание «The Village» публиковало видео, где показано, как Росгвардия и военная полиция забирает студентов Бурятского государственного университета в Улан-Удэ, придя прямо на занятия в университете. Видео снято одним из студентов. Активистка организации Free Burятия Foundation Виктория Молодаева сообщила о массовых облавах в селах региона. Мужчин, по ее словам, увозят десятками и сотнями. Некоторых мобилизованных жителей Бурятии забирали прямо из кровати. При этом очевидцы говорят, что большинство повесток пришло на бурятские фамилии, хотя при этом буряты составляют только 30% жителей республики. На Сахалине шахтеров из шахты прямо после ночной смены забрали и увезли в военкомат. Шахтерам в Якутии на работе выдали повестки якобы для уточнения воинского учета. Ночью им позвонили и сказали идти домой и подготовить сухпайки на 2 дня, а утром прибыть на местный стадион, якобы на собрание. Оттуда их увезли на военные сборы. В Чечне похищали мужчин, которые подали заявление на получение загранпаспортов после объявления мобилизации. При мобилизации в Крыму большинство повесток были розданы крымским татарам. Проходили облавы. Они приезжали в населенные пункты, где в основном проживали крымские татары, и места их труда, в частности рынки, и раздавали повестки. Забирали всех, даже тех, кто старше 60 лет. Многих людей обманывали. Им говорили, что они не будут участвовать в военных действиях на территории Украины, а будут находиться на российской территории около границы и охранять российскую границу. Потом, без их согласия, их увозили на фронт и требовали участия в боях. На что люди отвечали: мы на это не соглашались, и требовали, чтобы их вернули обратно. Но им не дают вернуться, угрожают и запугивают тюрьмой. Прошедшая мобилизация негативно сказалась на российской экономике. Она повлияла на работу каждой третьей компании. При этом представители каждой пятой компании сообщили, что они пока не могут найти замену мобилизованным сотрудникам. Как пишут «Новые известия», такая картина складывается на фоне опроса бизнеса, организованного аппаратом уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова. В обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина говорилось, что, например, призыв на военную службу диспетчеров управления воздушным движением в силу ограниченной численности работников данной специальности поставит под угрозу функционирование всей авиационной системы. В отдельных регионах это носит критический характер. Мобилизация коснулась и других работников авиационной отрасли. Из-за мобилизации в России теперь не хватает врачей, учителей, строителей и работников многих других специальностей.